Посылка у адмирала Тамплиера на головном корабле. Стоит ему отдать приказ, мы ее потеряем. Посылка не так важна, как ее получатель. Уничтожим этого курьера-адмирала и раскроем истинную угрозу, исходящую от тамплиеров. Когда я стал ассасином, поклялся бросить пиратство, но оно не раз помогало нашему кредо. Так не зря же вам все дозволено, капитан. Да, и часто это необходимо. Бастиене Жозеф, Порто-Пренс. Что там нужно тамплиерам? Капитан, там еще французы! Плохо. Уходим сквозь бурю. Нас разобьет о берег! Будет куда хуже, если это попадет в руки тамплиерам. Да, капитан! Держись, ребята! Поля! Капитан! Спасайтесь сами! Корабль я не брошу! Нет, я останусь с вами! Вот куда надо встать! Лакнива! Только скажу! Близко! Держись, ребята! Уже очень близко! Готовы к бою, капитан! Держись, ребята! Нас догоняют! Держитесь!
Я тебе ухо отрежу! Сволочь! Тамплиер подождет. Женщина страдать не должна. Остановись, дрянь! Иначе я отрежу тебе оба уха! Нет! О, Боже! Слава Богу! Простите. Мне нечем вас отблагодарить. Ничего не нужно. Когда-то я сам сбежал так же. Вас же могли снова схватить. Для человека чести не помочь. Вот риск. Я ищу Бастиану Жозеф. Знаешь ее? Лично? Вот еще. Но любой белый господин отведет вас к ней. Кроме этого, спросите в городе. Я спрошу. Есть куда пойти? Семья ждет меня в горах. Не волнуйся за меня. Да хранит тебя Бог. Должен сказать, у мадам Жозеф лучшие девушки за пределами Парижа. Но имейте в виду, Гюзанна привечает лишь меня. Я как раз иду туда. Несу ей подарок. Сколько угодно, сэр. Не бойтесь, я вам конкуренции не составлю. У меня слабое сердце. Я не предательница. Рабам будет только лучше. Если бы на плантациях могло стать лучше, разве они бунтовали бы? Конечно. Они просто животные. Ими движет одна лишь жажда насилия. Как вами деньги. Хотите помочь своим черным друзьям? Вперед. Успокойте их. Иначе... Довольно. Я сам бы и мухи не обидел. Но надсмотрщики вправе укреплять дисциплину на свой лад. Это излишнее. Я передам ваше послание.
но цена высока. Мы оба выиграли. Желаете ли чего-нибудь еще, губернатор? Я слишком стар. Боюсь, Гюзанна уже забрала все мои силы. Тогда прощайте. Мадам Жозеф, вы ждали посылку? Да, но не вас. Где же адмирал? Ясно. И со мной вы хотите поступить так же. Оглядитесь. Чуть что, и вас просто прикончат. Я здесь с миром. Скажите, как тамплиеры позволяют вам это? Я лишь посредница. Но прежде чем судить, знайте, что деньги тамплиеров покупают свободу таким, как вы. Я знаю, что это. Не знаете? Я вижу клеймо раба. Красноречие ученого. Руки моряка и наряд ассасина. Оружие. Думаю, вас застиг шторм. Что вам нужно? Корабль? Приют? Небольшая цена за эту посылку. То, что нужно, я возьму сам. Но докажите, что вы не лжете. И, возможно, мы договоримся. Вот вы как. Хорошо. Окажите мне услугу. Агюстен Дьюфор — человек весьма скрытный. На плантации есть его люди. Отдайте им послание губернатора. Агюстен докажет вам, что я не лгу. Повторите этот пароль. Кто не будет спать, того корабик съест. Кто не будет спать, того корабик съест. Славно, неплохой баритон. А теперь уходите, пока не вызвали подозрений. Бегите, спрячьтесь где-нибудь. Кто не будет спать, того крабик съест. Мудрый ждет в той стороне. Спасибо, сестра. Нельзя.
Дать ему идти. Река! Скорей, они приведут других. Агюстен Дьюфор. Мы говорим, а Бог делает. Губернатор двуличен. Бастиена помогает, но наша свобода еще далеко. Все дальше. Такой воин нам бы очень пригодился. Благодарю. Но я служу другому братству и обязан буду вернуться к ним. Лишь духом ведомо, когда это будет. А пока я дам вам приют и оружие. Возможно, наши цели совпадут. Что нужно? Рекруты, беглые рабы. Воины пополнят наш отряд. Прочие... Наше поселение свободных. Ветка за веткой, птица вьет гнездо. Думаю, пока что я могу помочь. Помощь есть помощь. Помогайте, пока сможете, и вас вознаградят. Торопитесь, у нас много дел. Что ни день, новые рабы. Торговля людьми – прибыльное дело. Я раньше думал, что ученых людей можно образумить. Но жадность слепит их. Будь у вас корабль, вы могли бы перехватывать их суда. Или вернуться домой. Вы уже много сделали для маронов Сан-Доминго. Я никого не держу. Решайте сами. Вот отличная бригантина, только избавьтесь от команды. Женщины-бастиены выманят матросов на берег. Или подожгите вышку, чтобы выманить их. Оба варианта хороши. Что это? Петарды. Их достали ваши рекруты. Так что вам их и пускать в ход. Хорошо. Подайте сигнал, и я пришлю своих людей. Ты на радость,
Adifelie, beaucoup se loua la guerre, moins y fait à les Batalha.